Здравствуйте! Сегодня готовим, очень вкусный кекс пицца. Все, что нам понадобится для приготовления этого кекса, вы видите перед собой на экране. В миску высыпаем муку, добавляем разрыхлитель и все тщательно перемешаем. В эту же миску выливаем молоко и разбиваем 2 яйца. Перемешаем все ложкой или спатулой до однородного состояния. Добавим к массе тертый сыр, у меня чеддер и пармезан. Нарезанную колбасу можно брать абсолютно любую, какую вы любите. И укроп. Вместо укропа можно взять базилик, тимьян или любые другие травки. Все тщательно перемешаем. Кстати, колбасу в этом рецепте можно заменить на вареное или грилованное куриное мясо. Так как в этом рецепте мы не используем никаких жиров, обязательно форму сбрызгиваем маслом спреем или смазываем маслом и обсыпаем мукой. Выкладываем массу для кекса в нашу форму. А затем разровняем спатулой. Выпекаем кекс предварительно нагретой до 190 градусов в духовке примерно 35-40 минут. Готовность проверяем лучинкой. Готовый кекс перекладываем с формы на решетку, немного остужаем и подаем в теплом виде, смазав сверху масло. Кекс-пицца – отличная альтернатива понадоевшим бутербродам. Готовьте с ABC Cooking. Приятного всем аппетита! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!